Всем привет! У нас на улице плюс 13 с утра, а днем будет плюс 20. Поэтому я решила набросить сегодня на плечи шелковую павлово-посадскую шаль. Мне она очень нравится, эта шаль. Я ее ношу чуть больше года, ну практически не снимая. Вот понравился мне вот этот цветочный принт. Вот. И вчера я себе купила платье, очень такое яркое. Посмотрела, что у меня в гардеробе вот нет такого ничего яркого. Ну, это даже связано не с тем, что я не люблю это, а я покупаю какой-то фасон определенный, но в таких цветах, в ярких, ничего нет для меня. Вот, это нужно покупать ткань и заказывать вещи на заказ. Ну, вот даже, знаете, нет некогда этим заняться. Я всегда вязала и выручала себя всегда этим, потому что нитки я на самом деле всегда покупала для вязания очень яркие. Вот, и вот я набросила вот эту шаль, а днем будет плюс 20, и я уже эту шаль днем сниму. А сейчас вот пойду так. Вот. В ушах у меня сережки с гидротермальными изумрудами. На одной руке у меня кольцо с разноцветными камнями. Микс камней. Тоже камни все природные. И на другой руке у меня тоже колечко с гидротермальным изумрудом. Вот. Платьице у меня это очень яркое. Гамма цветовая разная у платья и у шали, но меня это нисколько не смущает. Должен по улице идти какой-то радостный и красочный фонарик, это буду я. На ногах у меня босоножки марка Тоци, они очень-очень удобные, эти босоножки. У них полностью литой каблучок, кожаная... Ну, что это кожаные? Сами они кожаные, заклепаны все на каблучке, на подошвочке. Вот, удобные. И нужен мне, конечно, каблук. В то же время они открытые, и вот эта вот коричневинка их сочетается вот с такой какой-то вот цветовой гаммой моего платка. В руках у меня сумка кожаная, вот такая зеленая. Вот, я ее взяла сегодня, потому что мне нужен формат А4 куда-то положить, засунуть. У меня все сумки были до этого неподходящие. Ну, вот эту сумочку я сегодня дошла. Она китайская фабричная сумка, очень хорошая, модель редкая. Я ее не видела, вот чтобы вот встречала у кого-то дважды. Вот. Купила я ее тоже где-то 2 года назад, эту сумочку. У нее ручки очень хорошие такие, плечевой ремень неплохой. Ну, такая, знаете, интересная сумка насыщенного цвета под крокодиловую кожу. Вот это я показываю вам свое платье без шали. Посмотреть на яркость этого платья. Всем пока, всем хорошего настроения, до встречи!